нами кусочек сыра и йод. Сейчас мы протестируем, насколько этот сыр правильный. Ну, то, что он вкусный, это факт. Вот, пожалуйста. Нельзя так себя вести. Видишь, я видео снимаю. Иди отсюда. Вот, осталось нам проверить, не фальсификат ли это, потому что собака не показатель фальсификата. Он сожрет и фальсификат, ему все вкусненько. Мы капнем немножечко йода на сыр. И если начнутся какие-то изменения, синеть, зеленеть и так далее, то это скажет нам о том, что в сыре много примесей, пальмового масла и так далее. А если йод останется такого же цвета, какого он есть, то мы сможем сделать вывод, что сыр хороший. Конечно, я испачкала доску, но зато сыр не изменил свой цвет. В общем, это хороший сыр. Надеюсь, что если вы устроите такую же проверку своему сыру, у вас будет такой же результат.